Основная задача страны – это развитие внутреннего въездного туризма. Очень радует, что, наконец, страна повернулась в эту сторону. Принята национальная стратегия развития внутреннего въездного туризма до 2020 года. Действует федеральная целевая программа по развитию внутреннего въездного туризма. Конечно, к сожалению, из экономических ситуаций те средства, которые заложены в эту программу, в 5 раз уменьшились. Эта программа подразумевает софинансирование и развитие, одной из важных задач, развитие туристских кластеров. Для любого бренда, в том числе как бы и товарного, да, очень важно, конечно же, качество. Но вот в туризме, так как это не только как бы некие какие-то материальные носители, но и в первую очередь услуга, это сервисы, то здесь важной составляющей еще как бы выходит и вопрос качества того продукта, который мы представляем. Здесь очень сложно переплетаются вопросы взаимодействия с местным населением, потому что какая бы у нас ни была замечательная достопримечательность, какие бы у нас ни были истории, да, как бы у нас, будем говорить, не развивалась сфера размещения, если местное население не захочет условно поддержать своими предпринимательскими тем же самыми инициативами, которые смогут расширить наше предложение, то, конечно же, продукт все-таки будет однобокий.